Это уже точно не детские забавы. Мы знаем теперь, что ответственность за вчерашний теракт в турецком городе Диярбакыр взяли на себя боевики ИГИЛ. Накануне там взорвался заминированный автомобиль, при этом погибли 8 человек, и еще более 100 получили ранения. Однако турецкое правительство выдвигает другую версию. Считает, что взрыв могли организовать курды, ведь теракт случился как раз после массовых арестов депутатской оппозиционной партии. И вот 11 человек были взяты под стражу, в том числе и 2 лидера этой прокурдской партии.